Ну что ж, дела на даче продолжаются. Разгрузили гараж, вынесли оттуда все, чтобы можно было загнать машину. И это видео будет исключительно помывочное. Накопилось столько грязи. Так, сюда я загрузила. Холодильник я включила, протерла. Будешь вешать? Да, буду вешать. Ты протерла. А воду ты еще не включал, да? Пока нет. Есть ли она? Вопрос. Так, и вот это надо убрать. Стратегические запасы. Кашпо нужно перевернуть другой стороной, а то оно упало и разбилось. Некрасиво. Слав, а у нас вода вот только в той бочке? Ага. Ну, если дождя дождь был, значит, ее будет быть очень весело. Что только... Я хочу вот эти корзины помыть. Они пыльные такие после зимы. Так. И помыть в бочке мне их не удалось. Столько грязи на дне, столько листвы. Ну да ладно, подожду, когда Слава подключит воду. Так, так. Скорей сюда. Скорей. Пора завтракать. Чем я и займусь. Я уже не первый раз покупаю эту пиццу в Пятерочке. Самая дешевая, красная цена. Чуть-чуть добавлю в нее продуктов, и будет очень даже вкусно. Что-то вроде каши из топора. А еще будет очень вкусно, если в пиццу добавить пережаренный лук. Ну и, конечно, чаек.
Шланги подключены, мою все подряд. Чуть позже покажу, как я использую эти корзины, для чего они. Сразу мою оконные сетки. Мою качели. Мою летнюю комнату. Помыла этот водоемчик и наполняю водой. Качели, а ведь им уже больше 20 лет. Как-то их красили, и смотрю, краска опять облетела. Пора снова красить. Снова привезла яичную скорлупу, собранную за зиму. Буду рассыпать ее вокруг растений. Может, хоть как-то защитит их от слизней. Ну что ж, корзинки высохли, загружаю их. Я в них складываю молоко, консервы и ставлю на крыльцо. Так я их использую. И снова берусь за воду. Недаром это видео помывочное. Теперь надо навести порядок в летней комнате, все-все разобрать. Ничего не поделаешь, после зимы всегда генеральная уборка. Что-то у меня не получается. Это вот верх или низ, я не пойму. Я что-то так и эдак.
Не получается у меня. Наводим порядок в душе. Уже помыты окна в доме на первом этаже. И стираются шторы. На этом, пожалуй, все. Всем мира и добра, и до встречи!